так, вот этот корм был на полу. Вы его взяли и дали собаке. Я не дала. Вы не дали, но вы предложили. И собака понимает. Значит, если вы поднимаете с пола, то и она должна. А-а-а. Понимаете? Поэтому вы должны. Нет, этот корм мы не выбрасываем, потому что он ценный и дорогой. Мы его кидаем туда, он смешивается, как бы убирается этот запах, потому что сильный очень источник. Берете другой, а потом уже через какое-то время можно этот кусочек дать, хорошо? Иначе вы приучите собаку поднимать с пола. Этот золотистый ретривер внимателен и прекрасно выполняет упражнения. Но хозяйка, волнуясь, подстраховывается и держит натянутым поводок, приучая щенка к тому, что если есть давление, работаю, нет, возможны варианты. Работая со щенком, старайтесь держать поводок в провисшем состоянии, показывая собаке правильную тактику работы на свободе. Пожалуйста. Подождите, она же не смотрит. Подождите. Давайте, сначала Боня, давайте. При обучении команды ко мне крайне важно перед призывом установить зрительную связь с хозяином. Тогда приход будет надежным и быстрым. Боня, Боня. Нет. Боня, ко мне. Ко мне. Нет, сидеть. Нет, Боня. Боня, сидеть. Ко мне. В гости зашла. Сидеть. Нет. Сидеть. Боня. Боня. Этот щенок ротвейлера был вызван со спины, и команда повисла. Приход был с отвлечениями. Здесь хорошо видно, что после концентрации внимания на задаче и направлении щенка он пришел быстро и с удовольствием. Очередная ошибка при отработке команды ко мне. Смешение с другими словами, снижающими ее особый статус. Ну какой иди ко мне? Ну что вы такое говорите? Иди сюда, а я просила команду ко мне. Мы в конце отработаем очень важную команду. Нежелательно при позыве менять команду и много раз ее повторять. На заднем плане щенок Голдена делает сложнейшую стойку на задних лапах. Для щенка это опасное и нестабильное положение. Вероятность падения очень высока. Именно поэтому категорически нельзя это упражнение делать на возвышенностях, чтобы избежать травм и повреждений. Берегите здоровье щенков, относитесь к ним бережно.